Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Берлога Бурова. И сегодня у нас такой, как бы, социальный эксперимент, что дают за вот этого мишку Fly Ride. Я как раз подготовился, у меня Берлога Бурова, канал, медведь есть. Поэтому сажайтесь поудобнее, берите свои печеньки, там, кушайте, пейте. Всем приятного аппетита, поэтому погнали смотреть, что дают за этого мишку. Ну вот, я уже на центре у нас стою и... Пока что трейдики не кидают, но как мне кинут трейд, я вам сразу об этом сообщу. Ребят, ну и вот первый трейдик, надают Cerberus на Flyride и какую-то еще добавочку. Я отклоняю. Может быть и получше, как по мне. Скажу, что это сервак плохой, но здесь видите, какие-то самолеты летают, всякая штука. Ну, мало людей, поэтому я, наверное, перейду сюда на другой сервер. Потому что тут за мишку, мне кажется, ничего нормального мне не предложат. За место мне этого кидает какой-то быка и дал ему вот такой вот... Питомца, думаю, он согласится. Он согласен, ну, такой трейдик. Вот еще рыбка какая-то приехала. Смотрите, предлагают скиллер Рекса, но я отклонил, потому что, ну, это мало, очень мало. Трейжу, и смотрите, ну, вот она говорит, please pet. Do I give item from back? Вот этого я ей дам. Мне не жалко ей его отдать. Я отдал его? Да, все. Отдал, ну, сейчас будем трейдить, короче... Нашего ряд. Где русская клава? Трейд. Мишка. Ладно, если будет 5 трейдов, я вам скажу. За мишку, но это очень мало. На других серверах, мне кажется, дают больше, поэтому... Ждите вторую часть, где будут реально четкие трейды, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Берлога Бурова.